серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты, дрожь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью, мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии, нас убивают, но мы выживаем, и снова в атаку себя мы бросаем. Давай за жизнь, давай, брат, до конца, давай за тех, кто с нами был тогда, давай за жизнь, будь проклята война, помянем тех, кто с нами был тогда. Небо над нами свинцовыми тучами стелится низко туманами рваными. Хочется верить, что все уже кончилось, только бы выжил товарищ мой раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока, будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоей мы отплясывать, будем детишек им небо подбрасывать. Давай за жизнь, держись, брат, до конца, давай за тех, кто дома ждет тебя, давай за жизнь, будь проклята война, давай за тех, кто дома ждет давай тебя, давай за них, давай за нас, ты за Сибирь и за Кавказ, за свет далеких городов, и за друзей, и за любовь. Давай за вас, давай за нас, и за десант, и за спецназ, за боевые ордена, давай поднимем, старина, давай. В старом альбоме нашел фотографию деда, он был командир Красной Армии. Смену пропали Крым 45-го, века ушедшего в воспоминания. Запах травы на рассвете не скоданной, стоны земли от бомбежек распаханной. Пара солдатских ботинок и стоптаны, войнами новыми, войнами старыми. Давай за жизнь, давай за тех, кто с нами был. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях монахиня Юлиания Денисова, регент праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря, композитор, церковный композитор. Здравствуйте, дорогие! Спасибо, матушка. Сейчас вот мы видели необычную очень видеозапись. Может быть, об этом вашем, ну, роде деятельности не все знают. Вот, хотя вот был фильм, да, там как-то об этом, ну, упоминалось, и какие-то кадры были. А сейчас вы также продолжаете вот работу с подворьем, вот, с людьми, с этими... Да, это такая особая страница и особое послушание. Потому что монах, который играет на синтезаторе песни далеко не богослужебного характера, это такое явление, наверное, из ряда вон выходящее. И вначале, вот вы упомянули фильм, Иннокене имели в виду фильм, там
об этом сказано. И я еще тогда была еще инокиней на заре своего пребывания в монастыре и пыталась с батюшкой спорить, что ну зачем вы меня благословили на это? Это же как-то вообще не молитвенно, потрясая четками, я там говорила. Вот это, что это такое? Это же я-то сюда пришла. Ну, я так думала, что молиться и на богослужениях пребывать. Вот. А батюшка говорит, так это же все для чего? Это же не для тебя, не для... А ты так спасешься через эту деятельность, помогая этим людям. Каким этим людям? 200 человек уже в этом году у нас на подворье. То есть больше, чем монахинь на 110, а на подворье у нас 200 человек. В 35 километрах от Минска монастырь построил, начиная там с коровника заброшенного. Сейчас уже разрослось там целая маленькая страна. Мы побывали там... Были потрясены, конечно. Вот. И кто там? Алкоголики, наркоманы. Молодых парней сейчас очень много стало. Токсикоманы, люди, которые... 95% людей, которые побывали в местах заключения. И не по одному разу. То есть вот с таким контингентом руководят подворьем 5 монахинь. И батюшка, конечно, это его, наш духовник, отец Андрей Лемешонок. Вот это его тоже такое детище. Почему, для чего это нужно? Этим людям нужно не только приходить к Богу, это основное, для чего подворье, собственно говоря. Потому что излечить от алкоголизма, наверное, ну, до конца невозможно перестать быть алкоголиком. И наша мать Марфа, начальник подворья, она говорит, что мы не для этого собрали это подворье. Это не для того, чтобы они сразу вот перестали пить, курить, колоться, а для того, чтобы показать им путь, куда ползти в случае чего. Потому что они, конечно, срываются, они опять запивают, он держится там полгода, год, два года, потом опять какой-то срыв. Но всех прощают, и человек знает, куда за этим прощением бежать. Они учатся молиться, они причащаются там каждую неделю, исповедь, причастие, даже два раза в неделю. Теперь построили храм, конечно же, неупиваемой чаши, иконы Божьей Матери. Но нужна еще и другая сторона, чтобы они не только молитва, работа. Конечно, они там работают, у них много мастерских. Сейчас я об этом не буду. Это, конечно, отдельный разговор вот, о трудотерапии, что у нас там вообще происходит. Если вы были, видели там. Но им нужна и какое-то для души что-то культурное, какое-то прикосновение. Вот. И поэтому мы с ними вот разучиваем, раз в год мы делаем концерт. Больше не получается, потому что память у них уже тоже не очень, как и у меня. Им репетиции раз в неделю у нас там, я приезжаю на подворье. И вот мы разучиваем, кто-то где-то сорвется, кто-то уйдет, кто-то придет, конечно. Но основной костяк такой, вот вы видели сейчас в клипе и в дальнейших песнях, которые мы покажем, основной костяк такой сохраняется. Наш такой ансамбль под названием «Подворские братья». Давайте сейчас, малышка, посмотрим еще раз. Да, вот сейчас хочу пару слов сказать об этой песне. В прошлый раз я рассказывала о нашей дружбе с отцом Андреем Логвиновым из Костромы, священником, поэтом. И вот на его стихи сейчас будет песня. Это уже песня. Она как раз во многом говорит о том, чем живет душа вот человека, которых каких много на подворье. Послушаем. Прилетала пчелочка в жи, осерчал, жалила я
шел, прожужжала пулечка в жаркий миг, раз провела дырочку, сбила с ног. А всего-то весу в ней ничего, приласкать бы дурочку в кулаке. Жаль, не знали часа мы своего, все гадали, где-то он вдалеке. Все гуляли, тешились водочкой, да зеленые шибали рублики без стыда гуськом, да за молодочкой. А душа, как дырка от бублика, не упаси час на колени бы попросить у неба прощения. Да вот пулечка далеко времечку забралась мне в грудь без смущения. Я кричу, мне бы знать, я бы в Божий храм под березами, да под липами, со слезами всплыл я покаянием срам, залечил бы душу молитвой. Пулечка ничего, не удержишь дурочку в кулаке. Эх, жаль, не знаю часа мы своего, все гадали где-то он вдалеке. Жаль, не знали часа мы своего, все гадали где-то он вдалеке. Эх, жаль, не знали часа мы своего, все гадали где-то он вдалеке. Спасибо, Господи, Матушка, за ваш рассказ, за материал, который вы нам привезли. Мне тоже захотелось поделиться, как обычно, своей песней. Я, конечно, каждой передаче не успеваю написать, вот, но иногда повторяю. Вот у меня есть песня, ну вот и лето на исходе. Ну и как... Каждый раз я осень я пишу, ну вот и осень на исходе пою. Добавляю разные варианты. Ну, там знаете, о чем песня? Ну, там, в принципе, уже сказано все в самом тексте о том, что всего очень много, и мелодий, и в этой жизни всего очень много. А нам всего нужно одно на потребу. И мелодия нам нужна одна. Слава тебе, Господи. Вот к этому, кто его знает, тут, знаете, я размышлял, когда мы будем уходить в тот мир, а что, с чем мы уйдем? Или это молитва будет? Или это песня какая-то с песней? Вот бывает, знаете, такое звучит все песни, и все. Знаю, бывает. Да. И вот и у меня такие мысли посещали. Вот хорошо бы уйти такой, с какой-то божественной песней на устах. Чтобы она звучала, или с хоровым звучанием, чтобы это что-то в тебе звучало. Мне кажется, что тогда Господь тебя в такое красивое место сразу определит. Не с какой-нибудь злобой там, или что-то вот, с каким-то унынием, или недовольством. Да. Поэтому нам надо как можно больше петь, чтобы песня в нас проникала, наполняла нас, и чтобы мы вот так вот могли переход пройти с песней и по жизни, и по смерти. И по смерти. Вот. И вот такая вот песня, может быть, она об этом. Ну и лето на исходе, это же человеческая жизнь. Лето Господне, Господь дает человеку. Вот лето – это когда мы полны сил, когда мы творим, да. Вот. И, то есть мы реализовываем свои таланты, которые дал нам Господь. Вот, то есть вот эту притчу о талантах. Ну вот такая песня. Ну вот и лето на исходе. Грустит береза у окна, и в сердце тысячи мелодий. А жизнь одна, а жизнь одна.
уж в облаках исчезли птицы. Им будет труден перелет, нам умереть и вновь родиться. Жизнь не дает, жизнь не дает. Не знаю, поздно или рано, не знаю, нужно или нет. Душе моей, как птице странной, лететь на свет, лететь на свет. Грустит береза у окна, и в сердце тысячи мелодий. А мне нужна всего одна. Вот такая грустная песня. Спасибо, Господи. Музыка и красота. Красота спасет мир. А красота – это Господь, да? А музыка – это красота. Музыка – это отголоски божественного звучания. Я думаю, там мы такие хоры услышим. Да, это ваша песня очень созвучна вообще тому, что у нас на подворье происходит с судьбами этих людей. Вот я хочу про одну такую судьбу рассказать. Человек уже ушел, он свою мелодию спел в этой жизни. Его зовут Олег Кривенков по кличке Череп, потому что он совершенно такой гладкий, лысый, красивый человек. Но судьба его сложилась так, что он 25 лет сидел в тюрьме. Можно сказать, такой рецидивист. Разбойник, а? Да. Ну, разбойники разные бывают, а его жизнь показала, что он оказался, слава Богу, благоразумным разбойником. Ушел он в прошлом году, 60 лет от инсульта. И вот как раз пример того, для чего человек на подворье-то на наше приходит, что, проживя такую жизнь, и срывался, и хамил, бывало, и запивал, и уходил в какой-то загул, но все равно приползал и возвращался, и в нем было такое трогательное, какое-то детское чувство покаяния, чувство собственного греха. Потому что если человек даже не может избавиться от греха, то он хотя бы его может увидеть в себе и понимать, и осознавать каждую минуту. Он стал, будучи вот такую жизнь проведен, стал пономарем, прислуживал в церкви, и, конечно, очень ценил богослужение, литургию. И вот он был одним из участников нашего ансамбля «Подворские братья». Вообще братья очень люди талантливые. К сожалению, талантливые, одаренные люди очень часто страдают этим недугом, пьянства, мы знаем. Ну вот, в одном из концертов, который назывался у нас «На пороге любви», у нас такие разные тематические концерты, вот «Ко дню Победы» мы делали, мы видели, потом такой концерт был «Люба, братцы, жить», вот этот концерт «На пороге любви», и он там поет такую трогательную песню из детских времен. Предлагаю ее посмотреть, послушать.
кажется, урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, звонкие года, в лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Незаметный взгляд, удивленных глаз, и слова туманные чуть-чуть. После этих слов в самый первый раз хочется весь мир перевернуть. Первая любовь, снег на проводах, в небе промелькнувшая звезда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Матушка, спасибо большое, что вы к нам приехали, выкроили время свое драгоценное. Очень радостно вас видеть. Жалко с вами расставаться. Вот. Хотелось бы поблагодарить Минский монастырь за вас, вот, и отца Андрея Лемешенко, что он дает вам возможность вот, развиваться творчески. И в завершение нашей программы вы хотели что-то еще показать нам. Я хочу еще одну песню, которая добавит нам оптимизма. Что надежда есть, есть и вера, есть и продолжение жизни, и в том числе и для этих братьев. Собственно, для чего все, чтобы жизнь продолжалась. Вот. И следующая песня, там вы узнаете высказывание великого старца Амвросия Оптинского. В этой песне, кстати, участвует и одна из монахинь, которая там вместе с братьями борется за жизнь, руководит подворьем. И одна мирская сестра, старшина милиции, милицейская тема для братьев там тоже довольно актуальна. Вот. И как-то все заодно. Мне кажется, что в этом спасибо, есть какой-то Господи. Духовный смысл. Да. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. С нами была монахиня Юлиания Денисова, регент Свято-Елизаветинского монастыря Минского, церковный композитор. Ну, хотелось бы передать поклон низкий монастырю и братьям. Братья, держитесь за Бога. Вот. Спасибо, Господи. Да, Божьей помощи, творческих передам. Успехов вам, матушка. Да. И ангела-хранителя всем. Спасибо, Божьей Господи. Помощи. И я вам желаю милости Божией. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Верные дела, жизнь с ума сошла, тронулась совсем, это видно всем. Нечего читать, некого любить, как жить, как жить, как жить. Никого не осуждать,
никому не досаждать, и всем мое почтение. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Вот так! В городе позор, на селе разор, худо на земле, мир лежит во зле. Как нести свой крест, как детей расти, как жить, как жить, как жить, как жить. А старец Амбросий отвечал на вопросы, отвечал на вопросы русский старец Амбросий. Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Вот так! Вечером и днем все горит огнем, и во все вдруг пальца из рук. Как себя сберечь, душу сохранить, как жить, ну как жить, как жить, как жить. А старец Амбросий отвечал на вопросы, отвечал на вопросы русский старец Амбросий. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, любить. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Вот так!